понравилось, было все настолько интересно, что захотелось даже посетить этот театр. Все было настолько интересно. Мне все очень понравилось. Я очень рада, что я встретила впервые в жизни какого-то вот такого артиста в Прокопьевске. Мне сегодняшний урок понравился, мне понравился, как актер рассказывал всякие моменты из театра, какие-то смешные моменты, что у них там было. Мне, как мне рассказали насчет пушкинской карты, мне понравилось, мне захотелось, мне загорелось желанием прийти в театр, посмотреть выступление, посмотреть на самих актеров. Зрителя нужно приобщать к театру и не ждать, сидя в театре, когда придет зритель. Нужно ездить к ним в гости, разговаривать. Сегодня очень хорошие дети были, вопросы задавали по существу, я отвечал. Многие собрались прийти к нам в театр. Благодаря фестивалю «Сверкающие грани театра» я сегодня встретился с такими замечательными ребятками.